рукопажная женская сборная Москвы выиграла 23 из 24 командных чемпионатов России. В 25-м розыгрыше неожиданностей не произошло. Золото и серебро у столичных команд. За бронзу же бились две Самары, победила вторая. Интересно, что сестры Даниэла и Виолетта Храпины фехтовали по разные стороны баррикад. Здесь я думала, наверное, о своей команде. Конечно, мне не очень приятно было фехтовать против, и не очень было приятно, что мы не в одной команде. Бронзу мужской шпаги завоевала Москва-2, серебро у Самары оперенствовала Москва-1, причем даже без помощи второго номера всероссийского рейтинга Никиты Глазкова он остался в запасе. Вот так получилось, что вчера не удалось его достаточно проверить, может быть, в действии, и решили его придержать чуть-чуть для дальнейших каких-то экстренных ситуаций. Но таких ситуаций, походу, соревнований не сложилось. 17 апреля стартует сабельный чемпионат России. Трансляцию финалов смотрите в 18:00 на Русфенсинг ТВ.